Во время беременности у будущей матери масса забот. Например, о том, как защитить свое здоровье и здоровье своего ребенка. О вакцинации против COVID-19 во время беременности циркулирует масса противоречивой информации. Известно, что заражение COVID-19 во время беременности на фоне отсутствия вакцинации может быть опасным для жизни как будущей матери, так и ее ребенка. Вакцины против COVID-19 безопасны и обеспечивают эффективную защиту вашего здоровья и здоровья вашего будущего ребенка. Вакцинация рекомендуется врачами, медсестрами, акушерами и другими медицинскими специалистами во всем мире и может проводиться как до, так и во время беременности. Именно поэтому миллионы беременных женщин по всему миру уже сделали прививку против COVID-19. Если у вас есть возможность пройти вакцинацию против COVID-19, запишитесь на прививку и тем самым защитите себя и своего будущего ребенка.